Территорию Алтайского края в XVIII-XIX веках изучали в основном немецкие исследователи. Но бывали и исключения, и таким исключением стала экспедиция французская, которая прибыла в Алтайский горный округ в 1861 году в июле месяце. Небольшой отряд возглавлял французский ученый Луи Мари Гюстав Минье. Молодой человек, ему было 34 года, доктор медицины, он учился в Париже, натуралист. Минье имел уже печатные работы по геологии, по зоологии. И вот Парижское общество акклиматизации решило провести такую экспедицию через Сибирь аж в Китай. Во главе этого экспедиционного отряда был поставлен Гюстав Минье. Французы прибыли в Барнаул в июле 1861 года. Первоначально они планировали пару месяцев здесь поработать на Алтае и уехать осенью в Красноярск, чтобы зимовать на Енисее. Они были наслышаны о знаменитых уже в то время костеносных пещерах, то есть пещерах по Черышу, где крестьяне выкапывали кости ископаемых животных. И поэтому Минье, заинтересовавшись, попросил разрешения поехать на Черыш и провести раскопки в этих пещерах. Такое разрешение он получил, это называлось тогда «открытый лист». И вот в июле-августе 1861 года француз провел первые научные раскопки в пещерах Алтая. Причем интересно, что искал он палеонтологические экспонаты, просто кости ископаемых животных. Но нашел он там не только эти кости, а нашел он там и следы проживания людей в древности в пещерах. То есть у него пошли в раскопе археологические находки. И раскопки были проведены на реке Ине, на Ханхаре, в Ханхаринской пещере, и около деревни Чигыра. То есть можно предполагать с большой долей вероятности, что Минье работал в той самой пещере рудничной, которая сейчас называется Чигырская, и в которой сейчас работают новосибирские археологи. Она уже очень известна, эта пещера, там найдены остатки неандертальцев. Повторяю, в историю края Минье вошел скорее не как палеонтолог, а именно как археолог, потому что он впервые провел научные раскопки в пещерах и получил оттуда археологический материал. Интересно, что, вернувшись в Барнаул, француз не остановился на этом, а уже выступил в роли такого настоящего археолога по наводке местного краеведа Степана Ивановича Гуляева. Он осмотрел сначала несколько курганов в окрестностях Барнаула. Сейчас это буквально на территории города, в Октябрьском районе это место. Осенью 1861 года Минье провел раскопки четырех курганов в пригороде Барнаула. Очень тщательно эти раскопки были проведены, велась графическая документация. И вот по материалам этих раскопок француз здесь, в Барнауле, написал большой отчет, который послал в Академию наук в Париж. И в 1862 году этот отчет там был заслушан академиками, а спустя десяток лет он был опубликован в Париже. И наши барнаульские археологические находки впервые были изданы во Франции в солидном журнале академическом «Revue d'Anthropologie». Но к тому времени Минье уже не было в живых. Планы переменились. Первоначально планировалось работать здесь до осени и уехать в Красноярск. А затем что-то его задержало в Барнауле. Здесь была такая интересная публика, научное общество, хорошая очень библиотека. Минье решил зимовать здесь, в Барнауле, а весной уже из Барнаула стартовать дальше. В итоге зимой он начал хлопотать о разрешении сибирских властей, чтобы ему этот маршрут новый выстроить. Он ездил в Томск, потому что Томск был городом губернским,
И зимой, возвращаясь из Томска, были жестокие морозы, ниже 30 градусов. Он ехал в санях, естественно, просто вот на лошадке долго. Вот, он сильно промерз, простудился, заболел. И в марте 1862 года в Барнауле Менье умер. Вот, к сожалению, такая трагическая судьба французского исследователя. Ему было 35 лет, талантливый исследователь, внесший вклад в изучение Сибири, немалый вклад. И он оказался похоронен в Барнауле, на почетном месте, рядом с храмом на Нагорном кладбище. Вот, говоря о значимости научной работ Менье, я бы хотел подчеркнуть, что сейчас у нас археологически как бы регион, самые значимые такие находки у всех на слуху. Это для Алтайского края, конечно, пещерная вот эта археология, это Денисова пещера, денисовский человек, да, новый вид денисовец, ну и Чигырская пещера. Вот именно спелео археологические исследования. И Менье был первым ученым, который провел научные спелео археологические исследования в нашем крае. А с другой стороны, если говорить про Республику Алтай, то там, конечно, брендом археологическим является оледенелые курганы, потому что слово «пазырык» известно далеко за пределами России, и сейчас уже плато Укок, вот это вот оледенелые курганы Укока, принцесса Укока. Но с чего все началось? А дело все в том, что в Барнауле был учитель латинского языка в Барнаульском училище Василий Васильевич Радлов. И в 1861 году он помогал Менье, он принял участие в раскопках вот здесь, в Барнауле. И интересно, что Радлов на этом не остановился. А зимою, когда Менье писал свой большой отчет в Париж, он тоже сделал небольшой отчет о тех же самых раскопках. Вот, приложил материалы и послал их в Санкт-Петербург в Императорскую археологическую комиссию. Там очень, конечно, удивились, что в такой глуши, в Сибири, какой-то учитель, в общем, никому неизвестный, настолько качественно провел работы, там и графические были материалы, и описание этих курганов. И в итоге Императорская археологическая комиссия порекомендовала Радлову продолжить на следующий сезон археологические изыскания, раскопки, и выделила деньги на проведение этих раскопок. Вот так учитель латинского и немецкого языка стал превращаться в археолога. То есть Радлов был первым нашим барнаульским доморощенным археологом, действительно доморощенным. Да, он начал с раскопок вот этих в Барнауле с Менье, вот, затем продолжил их сам уже самостоятельно. И когда у него опыт небольшой появился, в 1865 году он решил раскопать большой курган в Горном Алтае. И около села Катанда он начал раскопки большого уже такого княжеского погребения и, сняв слой камней, обнаружил под ним лед. Радлов первый, кто обнаружил оледенение в курганах Алтая, и мало того, он этот лед все-таки растапливал, да, он раскопал этот курган, а оттуда были находки очень интересные. То есть Радлов открыл миру оледенелые курганы Алтая. Без Менье, наверное, Радлов бы никогда, мне кажется, археологией так и не занялся, потому что основной его вид деятельности – это, конечно, лингвистическое изучение. Он был языковедом, прежде всего востоковедом. Археология была совершенно побочным таким занятием. И вот в этом смысле Менье тоже, хоть косвенно, но оказал существенное влияние на дальнейшее историческое изучение Алтая. Теперь немножко надо сказать и о могиле ученого, который умер, повторяю, в марте 1862 года в Барнауле, был похоронен на Нагорном кладбище. Из Франции присланы были средства финансовые, проект памятника. И у нас на Гурьевском заводе, в то время Гурьевск, вот нынче, сейчас он в Кемеровской области, а раньше он был в Алтайском округе, на Гурьевском заводе сделали из чугуна художественный такой памятник. Это художественное литье гурьевское 19 века. Красивый памятник в готическом стиле.
И этот памятник был установлен над могилой Минье и благополучно стоял там до 1931 года. В 1931 году городские власти Барнаула, советского Барнаула, приняли решение превратить кладбище в очаг культуры, как они писали, вот, и снести все надгробия, а на месте кладбища сделать парк профсоюзов, сад профсоюзов. Вот, в результате могила потеряла памятник, вот этот чугунный, и сам погорок разровняли. Но, к счастью, поскольку место было привилегированное, позднее там рядом был похоронен Николай Михайлович Ядринцев. А надгробие Ядринцева, оно было настолько большое, массивное, ну и еще более велика была фигура самого Ядринцева, публициста, демократа. Вот, и его не рискнули ломать, и поэтому надгробие Ядринцева простояло нетронутое вот с 19 века до наших дней. И на фотографиях с памятником Николая Михайловича Ядринцева кое-где видно вот это вот чугунное надгробие над могилой Минье. Это позволило в 1993 году чисто математически рассчитать точку, где эта могила находится на кладбище. Вот, потому что могила цела. И в 1994 году могилу Минье поставили в государственный реестр объектов культурного наследия. То есть это объект культурного наследия, который охраняется Российской Федерацией. У него есть регистрационный номер там очень длинный и так далее. Но парадокс в том, что прошло 30 лет, могила стоит в государственном реестре, а над нею просто асфальт. Асфальт дорожки, центральной аллеи вот Нагорного парка нынешнего. И, конечно, это ненормально. Необходимо восстанавливать памятник над могилой, и это, я считаю, городу по силам, потому что есть фотография памятника, потому что есть известно место, где он стоял. Нужна просто добрая воля городских властей, прежде всего, для того, чтобы привести объект культурного наследия в соответствие с необходимыми нормами.